нашей славной победы. В цветах ликует вся страна. И гордо идет... Женщины, дети, которые стояли у станков на промышленных предприятиях. Сегодня День Победы. Это праздник и со слезами на глазах, и праздник седьмой. Я хотел бы обратиться к молодежи, которая сегодня у нас цветущая, хорошие ребята, хорошие дети растут. Пожелать вам, дорогие дети, отличной учебы в первую очередь. Заканчивать все учебные заведения успешно. Приобретайте хорошие профессии, технические, педагогические, гуманитарные. Это ваше будущее. И мы будем, как ветераны войны, рады этому, что вы приняли эстафету труда, эстафету мира, переданную нашим поколениям. Счастья вам всем, дорогие товарищи, здоровья, успехов во всех ваших делах. С праздником, Днем Победы! Превратились в белую журавль.